Добрый день, гости и подписчики канала. Сегодня и дельфина видел, и сарган попался на шнур. Два саргана на одном тройнике было. Зубастый, на шнуре такое вижу впервые. Утро провел в Черноморке, где поменьше рыбаков. Результат – 4 саргана за 3 часа. У бомбардистов чуть получше, но тоже не Париж. Переезжаю на пирс-юг. Здесь мелкий сарган поактивнее. 13 штук за 1,5 часа. И только один 40 плюс сантиметров. Уже не зря я пришел, Серега, ты уже удивил. Я сам сразу не понял, забросил на падение. Ой, стычки непонятные. Слышал, что раньше ловили саргана на шарик с красными шелковыми нитками, без тройника, в которых он путался зубами. Надо будет попробовать. Ну да, так а я вчера так же само. И вроде все наладили, все таскают нормально, все. Один пришел, половину забрал. О, ну наконец-то один взял. И сошел. Не сошел. Значит, мелкий. Мелкий. Да. Ну, сегодня, значит, у меня судьба такая. Ждем клювастых покрупнее. Всем ни хвоста, ни чешуи.